Воротничек подтягиваемся. Ну, еще поближе. Поехали, да? У нас стрелочка добавочная зеленая, основной красный. Мы не знаем, какой у тех горит, да? Поэтому мы пропускаем со всех сторон. Даем им преимущество. Еще левое зеркало посмотрели. Никого? Все нормально. Все, поехали. Все, стрелка, да, основной красный, то есть уже по этому факту мы должны пропускать со всех других направлений машины, в том числе, которые будут разворачиваться отсюда, с левого направления. Ага. Потому что мы не знаем, какой у нас светофор, левый поворотник. Основной зеленый, и стрелка направо зеленая. Мы поворачиваем как главное. Закручиваем. Все, то есть в этой конфигурации мы никому уступать не должны, да? Помните? Потому что у нас основной зеленый и стрелка направо зеленая. Налево поворачиваем. Ага, готовимся останавливаться. У нас основной зеленый и стрелка налево. Мы едем по зеленой. Закручиваем. Какую полосу видишь, мы встаем. Все. Чуть правее занимаем. Подравнялись. Все, основной зеленый, стрелки направо. Едем как главные. Закручиваем. Но все равно по сторонам посмотреть. Привет, дорогие мои друзья!